в первом тайме могли пропустить два гола, но я считаю, могли забить 5-6, поэтому это нормально для такой команды, мы ее разбирали. Они очень играют под атаку очень хорошо. А здесь какая система? Это очень здорово, что мы пропустили всего один мяч. Нормально судили. Единственный момент, когда Макс отбил пенальти, я считаю, что там он не нарушил никакие правила, и надо было дальше играть, он спас команду. К сожалению, судьи увидели там нарушение, и мы пропустили, но хорошо смогли быстро отыграться. Матч с Ираном за первое место в группе не хотелось бы сыграть с Бразилией в полуфинале. Как можно вместе получить? Задача выиграть, думаю, отдыхать и готовиться.